Приветствую всех на канале Чичман, меня зовут Макс. Сегодня мы продолжаем развитие своего подводного города в игре Акватика. И остановились мы с вами на том, что исследовали в исследованиях базу второго уровня. Так, что я сделал за кадром? За кадром я добавил еще заводов, то есть это аккумуляторный завод, завод по производству дронов, пластмассовый завод, добавил генераторов и также построил еще один склад, который, по-моему, ничего не дал нам. Склады... В общем, один склад, когда я поставил второй, объем склада не увеличился. Давайте мы лучше улучшим склады, да? Так, 2000. Этот улучшаем. Железо у нас вроде немножко есть. И склады. Вот, это все, что, в принципе, я добавил, просто чтобы у нас был запас ресурсов, да, для постройки новых зданий. Что я исследовал? Исследовал я уже много чего. Как вы видите, комбо-собиратели исследовано. 150 монет я потратил. Центр собирателей в непосредственной близости от коллектора губок обеспечивает производственный бонус. Это мы с вами изучали. Дом второго уровня сегодня мы поставим, то есть это уже дома у нас будут по 5 человек вместимостью. Производство энергии исследовал, глобальное улучшение, которое увеличивает производство энергетических ресурсов на 10%, сырья, топлива и аккумуляторные батареи. Это также изучено, также изучили, по-моему, какой-то закон, да, или как это называется? Блин, сейчас скажу точно. Который называется транспортная лихорадка, включает расширенный режим регулирования движения дронов, заставляя их двигаться быстрее. Также построим сегодня торговый порт. Исследовал декоративное растение, так как мои люди, как вы видите, уже недовольны внешним видом нашего купола, в котором у нас нет ни растений, ничего. Давайте мы, кстати, сразу и займемся. Сейчас еще покажу вам, что исследовал, просто чтобы мы не сидели, не ждали исследований. Так, далее, исследовал святилище, дает возможность построить небольшое сакральное здание, удовлетворяющее духовные потребности жителей. Иммиграционный стимул я пока не качал, это тоже указ, по-моему, он позволяет, увеличивает, в общем, приезд к нам людей. Вклад дрона прокачал, позволяет сети дронов оказывать помощь в предоставлении цифровых банковских услуг. В общем, результатом является ежедневный доход в одну монету с каждого дрона. Ну, в принципе, с монетами пока у нас напрягов нет. Уличный фонарь, сейчас мы его установим. Потом прокачал железный рудник, чтобы добывать железо. Позволяет построить завод по добыче железорудного сырья. Фабрика инструментов. Также инструменты нам нужны для будущего улучшения зданий. Маленькая статуя. В общем, торговая компания позволяет создавать корпоративные штаб-квартиры, которые помогают нашей экономике. Фабрику мебели. Наши люди также требуют разнообразия быта. Одежду мы уже поставляем им. И теперь будем ставить фабрику мебели. Ладно, давайте начнем с того, что удовлетворим потребности наших людей. Перейдем в купол и поставим им немножко здесь... Вот, святилище, сакральное место поклонения. Давайте поставим им святилище. Камень вроде у нас есть. Святилище, да? Где бы его так установить? Вот давайте вот здесь поставим его, да? Внешний вид купола не нравится. Видите, нашим людям внешний вид купола. Далее. Это невероятно, но наши биологи подтвердили существование съедобного слизняка, который также производит пластик. Как лучше использовать этих животных? В общем, народ, пластика у нас достаточно, потому что склад переполнен. У нас 3 завода пластика, поэтому давайте мы употребим их в пищу, да? Морская улитка 404. Так, далее, занимаемся внешним видом купола. Что у нас еще открылось? Так, магазин одежды у нас был. Вот, давайте мы им сделаем такие фонарики возле дома, да? Плюс 14 возле дома. Посерединке. А посерединке не получится. Давайте один ставим так, фонарик. Есть, красиво. Баланс всего. Красиво. Красиво. И красиво, да? У нас все.
Все у нас красиво. Есть, фонарики здесь поставили. Здесь поставим также декоративный баннер. Объекты для благоустройства. Что он нам даст, интересно? Декоративный баннер, минус 5. Ну, давайте один установим. Типа, вот, заходите в магазин, да, у нас здесь продаются всякие вещи хорошие и тому подобное, и так далее. Или вот здесь давайте поставим где-нибудь декоративный баннер. Ну, вот здесь. Вот здесь, типа. Как-то так. Хорошо, и давайте еще немного им поставим еще фонарей. Вот здесь мне надо фонари им под домиками, чтобы было все у нас красиво и четенько. Так, здесь как-то вот. Так, и поставим им еще немного цветочков. Например, вот здесь. Нет, здесь мы, возможно, еще будем дом какой-то ставить, да? Ну вот, возле входа можно цветочки поставить, там различные. Ну все, вроде мы, кстати, все красиво сделали. Так, возле магазина обязательно цветочек надо поставить. Все красиво. Ну и здесь, естественно, немножко облагородим территорию им. Все, значит, с людьми мы с вами разобрались. Ну, посмотрите, да, приобретает приличный вид такой. О, красивенько. Здание. Все, в принципе, это все, что пока что у нас есть. Отправляемся на нашу основную базу. Главное, чтобы нас никто не атаковал, никакие акулы, потому что, как вы видели, есть защита базы. Так, нам надо поставить что-то, чтобы производить не только одежду. Мебельную фабрику. Смотрим. Так, производство. Железный рудник. Или начнем, наверное, с железного рудника, люди. Потому что, вот, фабрика мебели. Давайте фабрику мебели сейчас выставим, а потом будем заниматься рудниками. Фабрику мебели я буду ставить где-нибудь возле куполов. А, да, я вот здесь еще нефтяную поставил одну платформу. Забыл вам сказать. Я сам про нее забыл. Так, фабрику мебели выставляем вот здесь. Здесь у меня стоят генераторы эти кислорода. А фабрику мебели, ну, где-то. А вот здесь, да, я еще, знаете, что хотел? Я еще хотел поставить. Так, соединяем это дело с основным трубопроводом. Да, прямо вот здесь и соединяем, так. Я еще хотел поставить, как его, подводное поле. Но скоро у нас, по сути, изучится также побольше подводное поле. И я думаю, мы сможем поставить его больше. Давайте зайдем дальше в исследование и будем продолжать исследовать. Подоходный налог инженера. Да нет, не надо нам. Комбо-металлы, кстати, давайте исследуем, чтобы у нас лучше добывалось металл. Лучше добывалось металл. Лучше добывался металл. Так, хорошо. Мебельную фабрику ожидаем. В то время, пока мы ожидаем мебельную фабрику, нам надо поставить железный рудник. Вот, кстати, у нас открылся еще средний купол второго уровня, но у нас пока нет инструментов. Инструменты мы сейчас будем с вами делать. Дронов что-то маловато, кстати, недавно было. Посмотрим, как будут дела идти дальше. Так, значит, мы с вами ставим железный рудник, да? Железный рудник. Его, я так понимаю, лучше ставить где-то... Ой, не туда попал. Где-то вот здесь. Вот, я так понимаю, вот это железо все. Но дело в том, что... вот эффективность, вот здесь можно поставить. Смотрите, эффективность работы 100%. Дело в том, что... В чем дело? Нам это все надо будет защищать потом. И нам желательно сделать как-то поближе к базе. Но у нас выбора особого нет, так как здесь, вы видите, немного места с железной рудой. Вот, 100% у нас работа, да? Давайте как можно ближе к базе. Вот, в общем, ставим вот таким способом. Или вот таким даже, подождите-ка. Вот так поставим.
Нормально. Есть, железный рудник готов. Сюда нам надо будет вывести трубопровод сейчас. Кстати, тоже нужна губка, да? Пластмасса. У нас, кстати, пластмасса уже маловато что-то осталось. Выведем трубопровод вот таким примерно способом. Вот сюда. И вот сюда. Конечно, знаете, как было бы самое круто? Когда ты уже знаешь, да, когда играешь в эту игру, уже знаешь, как что строить. Лучше всего построить такой трубопровод по одной длине, да, и вокруг него начинать все расстраивать. То есть сделать какой-то перекресток из трубопроводов и начинать все расстраивать. Было бы, наверное, круто. Но есть как есть. Я так не очень-то умею строить красиво все. У меня все по-читерски, везде разбросано. Так, исследование исследуется. Что у нас по заводу? А, у нас нет инструмента. Вот в чем дело. Поэтому вот это мы ставим в приоритет. В первую очередь сюда. Немножко ускорим. Нам главное не забывать исследовать постоянно что-то. А то я частенько подзабываю. Так, строим завод. И нам сразу с вами надо строить завод инструментов, да? Сейчас доисследуется вот эта дичка. И мы поставим новое исследование. И заодно поставим завод инструментов. Так, есть. Исследуем, исследуем, исследуем дальше. Да, кстати, мы можем ввести еще какие-то директивы, так? Декреты. Мы можем с вами транспортная лихорадка. Так, производство. Скорость дрона плюс 10%. Либо вклад дрона. Мы будем получать с дрона по 0,5 монет в неделю. Я не знаю, нужны ли нам монеты, потому что потом мы будем продавать свою продукцию, которая будет, как по сути, много. Давайте мы, наверное, ускорим дроны. Один влияние у нас это забирает. У нас есть еще 3 очка влияния. Ну и можем, конечно, ну, пока не буду включать эту директиву. Не нужна она нам. Так, все вроде гладенько идет, как вы видите. Поначалу как-то все запутано, потом немножко въезжаешь, и все потихонечку идет своим чередом. Так, забыл я что-нибудь поставить на изучение. Маленькая клумба дает возможность создавать маленькую клумбу. Но это все для благоустройства наших жителей. А вот, кстати, план энергии. Глобальные улучшения, которые сокращают расход сырой нефти, топлива. Вот это мы обязательно с вами качаем. В принципе, по расходу, как вы видите, у нас все отлично. Кислорода производство 200, требования 68. Топливо производство 730, требования 356. Ну, как вы видите. Да, и обратите внимание, у нас появились дети. У нас один ребенок, 12 взрослых. Вот такие пирожки. Ой, извиняюсь. В горле застряло что-то. Так, ускоряем. А что ускоряем? Подождите. Нам надо поставить завод инструментов. Так, завод инструментов. Мастерская, которая специализируется на изготовлении инструмента для различных видов деятельности модернизации зданий. Вот. Нам очень нужен будет этот завод. Так, здесь мы будем продолжать, наверное. Возможно, вот эту трубу еще придется перенести. Но давайте поставим здесь, так как, скорее всего, где-нибудь будет какая-нибудь прокачечка, да? Какой-нибудь директива, которая будет улучшать у нас производство непосредственно в близости, да? Нехватка пластика у нас почему-то началась. Вот так вот сделаем с вами. Вот это ставим в приоритет, конечно же. Железо. Нам еще надо железо. Железо у нас есть, в принципе. Так, пошел работать, да?
Расширить ничего не могу, как вы видите, нужны инструменты. Так, ладно, что у нас еще открыто? У нас еще открыта фабрика мебели, мы ее уже поставили. Так, все, изучаем дальше. В принципе, как-то быстро все закончилось, я думал, будет больше. Но мы сейчас все это изучим. Пластик, в принципе, уже есть. Уже ребята привозят что-то. Либо это собиратель наш. У нас здесь стоит собиратель еще. Все, конечно же, поулучшал до максимума, кроме вот этого. Насколько это можно было. Так, здесь улучшено все. Здесь нам уже, видите, нужны инструменты. Склады вроде уже не переполнены, слава богу. И здесь у нас огурчики растут. Все хорошо. Генератор кислорода у нас есть. Так, исследование завершено. Идем дальше. Налог из инженера мне пока он нафиг и не нужен. Маленькая клумба как бы тоже. Средний купол мы исследовали. Кормушки для питомцев, кстати, позволяет нам сооружать кормушки для питомцев вокруг дома. Это у нас здесь будут котики и собачки типа ходить в будущем в куполах. Ну давайте изучим. Так, декреты никакие мы больше не введем с вами. Нет, вклад дрона. Ну, в принципе, он мне не нужен. Хотя у нас 440 монет осталось. Блин, подождите, народ, у нас еще что-то точно есть. Так. Домик охотников у нас стоит вот здесь. Нет, это рыбацкий центр. А домик охотников у нас есть. Домик морских охотников. Рыбацкий центр. А вот я, кстати, не знаю. Мы строили домик. Центр операций для морских охотников производит мясо акулы. Хм. А у нас что-то похожее есть? Нет. Наверное, нет. Поставим тогда этот домик, но пока что нам надо построить основные наши здания. Пластик нужен. Не хватает пластика. Блин, заводы на всю, посмотрите, бомбят. Склады маленькие. И не видно в исследованиях расширения складов никаких. Хотя, в принципе, мы можем еще вот здесь собрать пластик. Вот таким способом. Вот здесь собираем пластик. Скорость игры была снижена. Так, у нас где-то авария в трубопроводе. Ремонтик быстренько оформляем. Ускоряемся. Ну, давайте, где вы, ребятки? Почему-то дронов хватает, но они не успевают. Хотя мы их и ускорили, и прокачали навыки им ускорения. 4-й год уже, ничего себе. У нас уже 4-й год. Так, у нас люди, кстати. У нас люди пошли собирать пластик, и половины уже тут вроде как нет. Железо 21. Сколько мы вообще производим железа? Мне интересно. Увеличение производства. Блин, ну пока что не буду делать, потому что нужен пластик. Все, понесли ребята пластик. Прям целой толпой. В куполах у нас все хорошо. Все довольны. А тут не видно, кстати, никаких. А, люди все у меня работают. А дети где, интересно? Дети пока что непонятно где. Может, они тоже тут работают? Так. Ну что, мы будем тут строить? Алло. Пластика уже 129. Все, пошла строечка. Сейчас мы начнем получать инструмент. И это будет довольно-таки неплохо. Есть. Отлично. Улучшаем производство сразу.
Так, и у нас будет производиться инструмент. При этом мы потребляем 120 серы. Не серы, а монет. Ну, блин, на самом деле потребление такое-то тоже не маленькое. Я думаю, можно было сразу два железных завода ставить. Железных рудника, вернее. А ну-ка, давайте мы сразу произведем это дело так. Содержание 60 топлива и дрон. Ну, в принципе, это нормально. Так. Что у нас по эффективности? 100%. Вот. В принципе, можно сюда рядышком впилить вот эту штуку. Чтобы у нас было два рудничка сразу, да? Ой, прошу прощения. Дальше мы уже трубу, я думаю, не поведем. Так, замечательно. Пластик есть, камень есть. Давайте ускоряться. А, у нас изучились навыки. Идем дальше по исследованиям. Клиника открывает возможность построить базовый медицинский центр. Вот, о как. Подоходный налог с инженера, кстати, качнем, а то у нас что-то серебра маловато. Нет. Я где-то качал святилище, торговый порт. Позволяет построить объект, который обслуживает подводные суда. А где он есть? Торговый порт. Общественное здание. Вот, кстати, да, мы еще не построили с вами торговый порт. Торговый порт у нас будет где-то возле складов, я думаю. Вот, давайте вот здесь его поставим. Так, блин, а здесь у нас собиратель стоит и собирается губка. Ё-моё. Нет, сношу его обратно. Ставим в другое место. Здесь у нас губка собирается. Я думаю, можно где-то вот здесь запилить, да, вот в этой области. Так, торговый порт. Может, мы сможем продавать какие-то ресурсы, которых у нас много, потому что монет у нас не так много, как хотелось бы, конечно. И торговый порт не надо подключать никуда, блин. Можно было его все-таки... Нет, я передумал. Я передумал, народ. Надо его поставить вот здесь за базой сразу, я думаю. Вот это будет самый оптимальный вариант. Торговый порт у нас будет за базой торговать. Так, губку мы не цепляем. Вот так, смотрите, прям как красиво все. Все, да ё-моё. Вот так будет замечательно. Пластик и камень. Камень у нас как бы есть. Пластик у нас тоже как бы есть. Тут кораблик какой-то летает. Камень привезли. 23 минутки. Отлично. Готово. Так, что мы с вами... Смотрите, теперь мы с вами можем торговать, да, получается? Нажимаем монетку и можем продать свои ресурсы. Пластика 156, аккумуляторов у нас просто море. Чего у нас еще море? Губка. Давайте продадим немного морской улитки. А, нет, подождите. Не купить. Какое купить? Вот. Продадим улитки морской штук 50, да? И получим за это 38. И сколько мы денег-то получим? 50. 50 улитки продадим. 50 продадим мидии. Сейчас мне интересно, сколько денег мы получим. А можно написать просто? 50. Вот. Так будет лучше. Аккумуляторов продадим 50. Так. И можно еще чего-нибудь продать. Но у нас особо ничего нету. Давайте губки 50. Все равно 50 губки это такое. Все, торговля. Так. Ждите торговое судно. Окей, ждем.
А что у нас так? Риск нападения акулы. Смотрите, дело в том, что здесь на наш город нападают акулы, блин. И нам нужно строить защитное сооружение. Но они у нас с вами не прокачаны еще. Так, серийный средний купол. Давайте смотреть, что дом экспедиции, караульная. Вот, давайте. Позволяет построить элементарную станцию безопасности. Вот караульное помещение мы в любом случае с вами качаем. Нам надо еще пушки, наверное, будут какие-то. Так, а где мой дом вообще? Алло, где моя база? Моя база где-то находится, а где, я не знаю. Во, где-то к карте приехали. Короче, отсюда будут примерно на нас нападать, да? Вот с той стороны. Вот оттуда. Блин, а что делать? Что по инструментам? Почему у нас не строится завод? Надо 30 инструментов. Очень медленно производится. Нужен еще один завод по производству инструментов, я думаю. Либо увеличиваем производство. Здесь всего хватает, но он почему-то еще не создан. Так, здесь у нас содержание, производство. А где потребление? 54 топлива мы потребляем и производим 180 железа. Вот железа нам надо однозначно больше, потому что железо тратится не только на инструменты, но еще и на постройки различные. Блин, вот это фигово, что если сейчас на нас нападут, немножко могут покосить наших людей, я так понимаю. Торговля пошла, все хорошо. Давайте быстрее строить караульное помещение. Я не знаю просто, что оно нам даст. Станция безопасности. Не знаю, что оно нам даст. Отчет о нападении акулы. А что, уже напали? Потери из-за нападения акулы жителей 0. Дронов 0. Все, хорошо, что напали. Короче, они как-то напали, но не напали в то же время. Нормальные акулы. Лайкос ставим акулам. Чтобы они всегда так на нас нападали. Пока у нас нет защитных сооружений. Так, хорошо. Исследование караульного почти закончилось. Оп, отлично. Мы ждем торговое судно. Хочу посмотреть на торговое судно, как оно прилетает, там улетает. Либо оно такое же, как это. Ускорение. 20 камень, 50 монет. Ну, монет уже у нас так-то напряг немножко. Давайте ускорим. Исследование надо включить обязательно. Какое-нибудь. Ну, давайте тогда уже качнем дом экспедиции, да? Основное производство. Глобальное улучшение. Которое увеличивает производство основных товаров. Одежда и мебель. Ну, вот это нам тоже надо. Качаем маленькая клумба тогда. Все, у нас серебро заканчивается. Смотрите. Ждем, пока у нас прилетит торговое судно. Я хочу просто посмотреть. Мне интересно, что за оно такое красивое. Не, долго мы будем ждать, конечно. Но производство инструментов что-то вообще как-то на низком уровне какой-то. Ежемесячно производится, используется 0, как вы видите. А судно уже вот-вот прилетит. Вот. Так мы сможем немножко зарабатывать еще. На самом деле еды у нас очень много. Опа. И где наше судно торговое? Все, что ли? О, не. Так дела не делают, народ. Все, торговое судно уже у нас побыло. Ясно, понятно. Я думал, приедет сейчас какой-то агрегат, заберет наши товары и уедет. А оказывается, что... Увы, отнюдь. Еще нам надо дождаться. Так, кстати,
Мы исследовали караульное помещение, которое можно построить где-то. Где-то можно построить. Так, хорошо. Наверное, это будет вот здесь. Да, смотрите, небольшой офис службы безопасности, который защищает жителей от хищников. Малая дальность действия, вот видите. Ого, малая дальность действия. Нормальная дальность действия. Ну, давайте ставим один здесь, так. Чтобы у нас все было под защитой. Примерно вот. Так, вот здесь, я думаю, мы поставим его. Его надо будет подключать. Так что ставим вот здесь. Губок никаких нет, да? Или как нам так четенько его втащить, а? Вот здесь давайте поставим его. Отлично и замечательно. Прям входит, да? И все закрывает у нас. Да, отличненько. Так. Подключаем эту бибу сюда. И у нас будет уже хоть какая-никакая, но защита, так? И одно караульное помещение примерно надо поставить здесь. Здесь у нас люди не работают, да, я так понимаю. Ну, сюда мы потом отдельно впилим что-нибудь. Так, ставим еще одно помещение караульное обязательно. Вот на эту территорию. Просто у нас здесь, посмотрите, сколько работает людей. Нет, вот здесь. Вот сюда поставим. Так. О, я даже не знаю, куда тут поставить. Вот, здесь у нас есть дырочка. Вот сюда ставим. Отлично. И проводим просто сюда. Исследование завершено. Сейчас отправляемся на исследование дальше. Здесь мы с вами проводим трубу. Вот так вот, вот так вот, отлично. Все, все замечательно, ждем постройки. Но нам желательно дождаться. Посмотрите, инструментов нет. А где мои инструменты? Мы, наверное, потратили их на караульное помещение, да. Мы потратили их на караульное помещение. Остановим пока что постройку. Нам нужны инструменты. В общем, ждем, пока произведутся инструменты. Вот что нам осталось, самое главное. Надо еще один завод, народ. Надо еще один завод. А у нас нет на них денег. У нас просто нет денег. Продажа пошла. Начинаем продажу того, чего у нас много. Так. Губки. Продаем сразу. Сколько? Сотку, да? Сотку, я думаю, можно спокойно продавать. Сотку губки миди продаем. 60. И продаем также морская улитка. 40. Отлично. Отправляем. Всего 200. Все, хорошо. Отправили торговое судно. Эх, вот это нам не надо в приоритет, народ. Вот это нам в приоритете не надо. Нам надо вот это в приоритет поставить, чтобы у нас наконец начала производиться одежда. И завод инструментов нам надо поставить. Но дело в том, что нам еще надо что-то исследовать, а у нас просто нет на это денег. Позволяет конструировать загоны для содержания тунца. Вот, кстати, новые будут здания. Хорошо, нам надо наладить как-то доход. Че, где строится? Вот пошла стройка караульного помещения. Замечательно. Это, конечно, замечательно. Посмотрите, какое здание красивое. Фантастическое прям. Так, все, люди у нас охраняются. И теперь нам, конечно же, лучше дождаться строительства вот этой беды. И посмотреть, что мы еще можем пока что изучить. Все-таки надо ставить еще один
завод инструментов. Потому что я смотрю, они здесь очень нужны. Так, а сейчас у нас уже хватает на фабрику инструментов, которую мы, блин, вот сюда не можем вместить. Не помещается вот здесь у меня, видите? Совсем чуть... Да, ну не чуть-чуть даже. Ладно, ставим вот здесь. В принципе, все равно мы с вами не сможем сейчас ставить железо сюда, потому что здесь оно будет неэффективно. Так, ставим приоритет. Вот это пока что убираем с приоритета. Пластик и железо. У нас даже железа маловато. Пластик привезли, железа пока нет. Так, хорошо. Сейчас немножко подождем и продолжим. Ну что, народ, построился у нас завод по производству мебели, как вы видите. И также построилось... Почти построился второй завод по производству инструмента. Опять-таки у нас риск нападения акул, но вроде как у нас уже все здесь под защитой. Ну как все. Вот здесь кусочек, но здесь вроде люди как не работают. И дроны, да? Вроде так. Также у нас же была еще клиника, как вы помните, да? Которую мы можем поставить, в принципе, во втором куполе, но... Я забыл, что у нас есть средний купол. Посмотрите, какой он здоровенный, блин. И его можно поставить прям где-нибудь вот здесь. Просто купол — это такая вещь, которая ставится неважно где. И она будет все равно над нашей базой. Я думаю, можно поставить где-то вот в этой области. Продал я еще мидий немного. Вот, давайте поставим вот здесь, чтобы у нас купол был над нашей базой. Купола плывут над нашей базой. Вот здесь я его впихну сейчас, я думаю. Вот. Давайте выставляем. Отлично. Пластик 120 есть у нас, инструмент. К сожалению, 50 пока что нет. Но сейчас появится. И в этом куполе уже можно будет ставить вторые дома. В принципе, вот этот купол, как таковой, я думаю, нам уже не особо и нужен, да? Здесь у нас стоит мебельная фабрика. Хотя мы, в принципе, здесь можем с вами поставить. Купол такой будет чисто для... Я думаю, будет купол для всякой вот фигни. Типа клиники, да, и тому подобное. Магазин одежды. Ювелирный магазин. Также, смотрите, у нас открылась маленькая... Маленькая скамейка. Простой декоративный объект, который также является местом отдыха для жителей. Лавочка. Я не знаю, у нас пока... Вот можно, кстати, поставить лавочку вот возле вот этого памятника, да? Чтобы они как бы тут приходили, сидели, курили там. Ну, отдыхали, вернее. Курить нельзя. И также появилась маленькая статуя. Маленькую статую мы поставим вот здесь, так, возле входика. Там место... Вот здесь лучше. Напротив баннера, да? Вот так вот заходишь, и у нас тут статуя. Все. В принципе, это готово. Опять у нас риск нападения акул, и нам с вами нужно поставить еще клинику. У нас, кстати, мы не посмотрели дома второго уровня. Я думаю, мы его втюхаем вот здесь. Все-таки посмотрим, что это за домики такие. Так, нам надо так распределить, чтобы у нас два штука потом вщемилось. Раз и... Нет, не вщемливается. Два штука у нас. Угу. Ну, давайте хотя бы один вот здесь так для красоты. В принципе, у нас будет новый купол большой, да? Офигеть, посмотрите просто, какой он огромный. Инструменты ждем. Но инструмент у нас... Так, смотрите, ежемесячно производится 23, потребление 30. Вот это очень плохо, инструмент надо выравнивать. А, мы не подключили еще его, а как так? Вот это что? Господи. А как я так облажался, я не подключил инструментик-то? Все, отлично. И также улучшим производство здесь сразу. Железо 2, железо у нас 131, и здесь... У нас все улучшено. Оптимизация.
Так, железные рудники оптимизируем. Пластика у нас уже нет. Уже нет пластика. Вот так сделаем. Смотрим, что сейчас у нас по запцацкам. Сейчас надо, чтобы немножко времени прошло. И на этом будем заканчивать. Благоустраивать уже купола будем в следующей серии. Что у нас по изучению, кстати? Дом экспедиции можно изучить. Основное производство. Вот это мы изучим обязательно. В обязательном порядке надо изучить основное производство. Кстати, обратите внимание, что доход монет у нас довольно-таки неплохой. Можно в главном здании посмотреть доход. Посмотрите, 4520. Где мои все монеты? 4520 в год доход на базе. А, ну мы много еще расходуем. Цена директивы 120 монет в год. Видите? Ну у нас одна директива пока что. Акулы уже куда-то отлетели. Я думаю, мы досмотрим, как построится вот этот купол большой, огромный, да? Так, я бы улучшил производство, конечно. Но нам нужен инструмент на купол. Посмотрите, у нас вроде уже как начало производиться все потиху. Это хорошо. Что мы еще с вами открыли сегодня? Торговый порт у нас с вами стоит. Здесь, в принципе, все. Пока что большое. Вот, я хочу клетки здесь потом поставить. Так, с вами полицейские участки построили. Ну вот, в принципе, на этом будем заканчивать. Я думаю, смотрите уже, какое у нас городище здоровое. Я за кадром немножко налажу по инструментам. Посмотрю, что у нас по расходу, что по доходу. Смотрите, так, энергия. Пока у нас x2. Запас большой очень. Далее, сырая нефть у нас. Также запас x2. Топливо. Запас. Смотрите, с топливом уже надо смотреть немножко. У нас плюс 170 только топлива. На отопление купола сейчас еще сколько будет уходить? Это просто, наверное... Ого-го. Мы его подключили? Нет, мы его с вами еще не подключили. Подключаем купол. И я думаю, на его отопление это довольно-таки много будет уходить. Что-нибудь можно продать. У нас очень много производится мидий. Минус 100. Мидий, да? И губки давайте сотку продадим. Этого у нас достаточно пока что. Продаем. Ну, давайте быстрее. Где мой инструмент? 40 инструмента, еще 10 и... Все, отличненько. Сейчас должны... Вот, везет наш инструмент. Сейчас мы посмотрим, как создается этот чудо-купол. Блин, ну посмотрите, он просто стоит из 4 таких куполов, да, получается? Бонусы здесь все, смотрите, все указано, какие здания, сколько нам дают. Бонусов чего сколько стоят. Но мы пока золото в плюсе. Да, вот, посмотрите, пошло производство. Вот, посмотрите. О-о-о-о. И я думаю, знаете что? Купола нам надо как-то перекрасить другой цвет. Вот прям желтым все не очень красиво. Так, что я делаю? А, это невероятно, но наши биологи подтвердили существование съедобного слизняка, которое это у нас уже было. Употребите их в пищу, давайте пластиком заберем. Так, добавьте морекультуру в плане посадки. А, морекультуру. Так, хорошо, что я хотел? Я хотел еще с вами что-нибудь поставить на изучение. Дом экспедиции мы поставили на изучение. Так, и в принципе, на этом, я думаю, можно заканчивать. Купол, понятно, здесь мы будем в будущем строить. Да, я хотел перекрасить купол, но не знаю, как это сделать. Здесь почему-то перекраски куполов нету, значит, будут желтые. Либо надо перекрашивать все здания.
все полностью. Так, производство дронов. Вот так можно перекрасить. Что у нас дроны какого? Давайте вот будут фиолетовенького, зелененькие. Зелененькие, фиолетовенькие. Вот. И можно применить ко всем, и можно применить к этому типу. Вот такие у нас будут. Но все равно желтым как-то отдают, не то. Надо будет перекрасить. А вот так выглядят водоросли, которые у нас выращивают на нашей базе. Это вместо огурцов, которые растут. Все. Я думаю, на этом будем заканчивать. Немножко все еще здесь подлатаю потом за кадром, чтобы мы долго не ждали и шли дальше по исследованиям. Всем спасибо огромное за внимание. Не забывайте комментировать видосики, это очень помогает в продвижении. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожмите колокольчики. И до встречи в следующих сериях. Всем пока.